Традиционно мы уже не первый год участвуем в выставках Царицын православной, дабы, во-первых, рассказать о нашем храме, что наш храм живет, что он действует, функционирует, чтобы те люди, которые не знают о том, что у нас в храме хранятся святыни, имели возможность и доступ приложиться свободно к этим святыням. Вот, попросить действительно, что каждому нужно по своей вере, по своим горячим молитвам получить от Бога и от святых угодников то, что каждому действительно искренне нужно. Ну, я считаю, вот по тенденции, вот смотрим, что каждый год количество людей увеличивается. Почему? Потому что, ну, людям, во-первых, интересно присутствовать вместе, совершить общую молитву о нашей земле и Волгоградской, вообще России. Вот, во-вторых, как бы друг друга поддержать духовно, молитвенно, своих близких, своих дальних. Вот, что-то полезное получить для души своей, ну и, конечно, для дома взять какую-нибудь святыню, там, икону, образ какой-то, да, дабы принести частичку вот тепла общего духа вот с этой выставки ярмарки православной. И я считаю, что вот эти ярмарки, выставки православные, они положительно влияют на сознание, на душу каждого человека. Почему? Потому что здесь, можно сказать, мы духовно подпитываемся, и здесь мы объединяемся. Почему? Потому что вот общее наше делание – это молитва и любовь друг к другу. Вот здесь как раз-таки это можно увидеть, это здесь проявляется, и мы здесь едины все. Мы представители СГРФОН, мы ездим по всей России. У нас идет работа больше как миссионерская, так нам говорят отцы. То есть миссионерская работа заключается в том, чтобы все-таки людей больше привести к Богу, людям рассказать. И я очень благодарю Бога, там отцы наши молятся за нас, мы их молитвами ездим. Мы уже скоро 5 лет, как вот возим с собой икону Герантисы. Я настолько полюбила этот образ, что произошло чудо. Это свидетельство отцов в городе Кургане. Этот образ, который я держу, она мироточила. От лика Богородицы ниже ручки, изнутри прямо 2 струйки вот масла было. Само лика не было видно. Это Матерь Божия хочет нам сказать, что она нас слышит и видит, и нужно к ней подходить с любовью, с благоговением. И она, естественно, нам эту помощь подает. И я благодарю Бога, что вразумляет, на самом деле, много очень людей православных. Я изначально думала, что только возле Москвы, Нижний Новгород, там близко. А мы доехали аж Благовещенск, Хабаровск, Чита. Были в Улан-Удэ, в Омске, в Томске, в Бийске, в Уфа. То есть кругом настолько люди православные, что то, что говорят отцы, я думаю, что Россия именно сильна тем, что очень крепкое у нас православие, люди идут к Богу,
и просят помощи, и Матерь Божия, Господь нас не оставляет. Ну, мы, естественно, кроме того, что вот мы ездим с иконой, у нас всегда есть рукоделие монахов, которое тоже сделано с большой любовью. Прежде чем сделать узелочек, так передавали наши отцы, они творят молитву, делают всем поклонов, потом вяжется узелочек. У нас есть рукоделие на 100 узлов, на 50, на 40. То есть понятно, что эти рукоделия тоже сделаны братьями на горе Афон с любовью, с благоговением, чтобы они шли на помощь людям, чтобы люди веровали в Бога, просили помощи, благодарили, молились. И помощь всем, чтобы шла. Я искренне, с любовью большой желаю. Вообще я полюбила этот город. И так сложилось, что кроме, ну вот так изначально мы начали ездить, больше других наших сестер, и у нас тоже как бы много отцов, не посылают. Я с любовью всегда приезжаю сюда. Я полюбила волгоградский народ. Люди очень воцерковленные. И я хотела бы, чтобы они никогда не отступали от Бога, чтобы шли только вперед и только с молитвой, и с любовью, и с благоговением Господу Матери Божией и покрова вашему городу, мира, здравия, благоденствия и защиты от всего плохого. Вот мы приехали в очередной раз с удовольствием на Волгоград, на православную выставку, и вот представляем наш приход. Вот это наш стенд, мы стоим возле нашего стенда приходского. Привезли нашу икону, чтимую иконочку Божьей Матери Троеручицы. И вот привезли вот сзади меня, висят вот такие работы, изумительные, замечательные работы. Это швейные работы наших мастериц, рукодельниц, матушек. У нас при храме есть швейная мастерская, и матушки рукодельничают. Вот в таком стиле народном, лоскутном, лоскутной манере шьют вот такие замечательные работы для радости, для украшения домов, жилищ своих. Тенденции вообще очень радужные и очень, очень радуют. Потому что народу с каждой выставкой, безусловно, мы все это замечаем, участники выставок, приходит все больше и больше. Приходит, что особо радует, люди не воцерковленные, а может быть даже совсем далеки от религии, от веры нашей православной, и тем не менее приходят заинтересованно, это очень важно, желая узнать, желая познать. Спрашивают, задают вопросы, подчас непростые. Это замечательно, так и должно быть. Эти выставки для того и благословлены, и организованы, чтобы мы общались между собой. Вообще выставка – это праздник, праздник веры. Мы приезжаем со всех концов нашей матушки России, из-за границы, как сейчас принято говорить, из ближнего зарубежья, чтобы поделиться опытом общения. Ведь выставка – это также и, ну, что ли, несем такое послушание миссионерства, безусловно. И это тоже очень много дает сил духовных всем нам. Вот это общение, обмен мнениями, опытом духовным. Ну, это праздник, безусловно. Ну, первое пожелание, наверное, самое основное – не пропускать никогда выставок православных. Они и так редки, к сожалению, два раза в год. А может быть и хорошо, что два раза в год, не знаю. То есть не пропускать вот эти проводимые выставки православные, приходить всегда, приходить как можно чаще. Выставки продолжительные, 8 дней, а бывает и 9. Можно даже каждый день приходить и каждый раз что-то будет для себя новое открывать, потому что информации очень много, самое главное, очень много святынь, привозимых на каждую выставку, много достаточно батюшек, к которым можно обратиться с каким-то вопросом, задать вопрос, так сказать, разрешить какую-то проблему духовного порядка, личностного порядка. И это замечательно, ну, это прекрасно. Приходи всегда. Да, вот.
души, очисти погибаем от множества прегрешений, не отврати твоя рабычи, тебя поедину надежду и мамы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Не умолчи никогда, Богородице, силы твои благодати недостойнее. Значит, бы ты не попрестаю нам огрячи, то бы нас избавил от великий бед, тоже бы сохранил дом и свободный, не отступим, Владычица, от тебе, твоя мороба спасающая пресна всяких людей. Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Иисусе сладчайший, спаси нас! Сладчайший, спаси нас! Пресвятая Богородица, спаси нас! Пресвятая Богородица, спаси нас! Святитель Отче, Спиридоне, моли Бога у нас! Святитель Отче, Луком, моли Бога у нас! Святитель Отче, Луком, моли Бога у нас! Блаженная Мать Матрона, моли Бога у нас. Святая Блаженная Мать Матрона, моли Бога у нас. Святые и благоверные княжи Петре и Февроне, молите Бога у нас. Святые и благоверные княжи Петре и Февроне, молите Бога у нас. Все святые, молите Бога у нас. Все святые, молите Бога у нас. Сыну и Святому Духу. И ныне присно и во веки веков. Аминь. Избави от ветра быть твоим много милостивее, яко мы все так к тебе прибегаем. Милостивее твое сердце, Владыце Господу Иисусу. Спаси от ветра быть твоя Богородице, яко все по Боге к тебе прибегаем. Яко в нерушимости дней писательству, призри благосердием Всепятая Богородице, на мое любви тебе все ослабление, и исцели души мои я боли. Молите Бога на все святые, яко мой всех на тебе прибегаем. Скорым помощником у молитвы, извините во душах наших. Слава тебе, Боже, на славу тебе! Тебе, Боже, наш, слава Тебе! Иисусе, сладчайший, спаси нас! Иисусе, сладчайший, спаси нас! Пресвятая Богородица, спаси нас! Пресвятая Богородица, спаси нас! Святитель Отче Спиридоне, моли Бога у нас! Святитель Отче Спиридоне, моли Бога у нас! Святитель Отче Луком, моли Бога у нас! Моли Бога у нас. Святая Блаженная Мать Матрона, моли Бога у нас. Святая Блаженная Мать Матрона, моли Бога у нас. Святые благоверные княжи Петре и Февроне, молите Бога у нас. Святые благоверные княжи Петре и Февроне, молите Бога у нас. Все святые, молите Бога у нас. Все святые, молите Бога у нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И присно и во веки веков. Аминь. Боги, паки, миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже, Твоей благодатью. Господи, помилуй. Святую, пречистую, благословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Тебе, Господи, и пусть Царь мир и спас душ наших, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Слава Тебе, Боже, наш, слава Тебе! Слава Тебе, Боже, наш, слава Тебе! Иисусе, сладчайший, спаси нас! Иисусе, сладчайший, спаси нас! Пресвятая Богородица, спаси нас! Пресвятая Богородица, спаси нас!
Спиридоне, моли Бога у нас. Святитель Отче, Спиридоне, моли Бога у нас. Святитель Отче, Луко, моли Бога у нас. Святитель Отче, Луко, моли Бога у нас. Святая Блаженная Мать и Матрона, моли Бога у нас. Святая Блаженная Мать и Матрона, моли Бога у нас. Святые благоверные княжи Петре и Февроне, молите Бога у нас. Святые благоверные княжи Петре и Февроне, молите Бога у нас. И святые, молите Бога у нас. Слышим святого Евангелия, миру всем и Богу Твоему, все святого Евангелия, чтение. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Рече Господи, просите и дастся вам. Ищите, обрящите, толците, отвердится вам. Всяго прося, приемлет и нище обретает, и толкущему отвердится. Или кто есть от вас человек, его жащего спросит сын, его хлеба и еда камень подаст ему, или ащер его просит, еда змею подаст ему, а щелку вы лукавий слущего умеете, да я не благо даете чадам вашим. Возьми, Отец ваш Небесный, даст благопросящим Богу. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твоей, молим Тебя, услыши и помилуй. Еще молимся о великом Господине, Отце нашем, святейшем патриархе Кирилле, и о Господине нашем, высокопреосвященнейшем митрополите Германе, и о всех во Христе братьи нашей. Еще молимся о Богохранимой стране нашей российской, о властях народе воинствия, да тихо и безмолвно житие поживем во всяком благочестии и чистоте. Спасение, посещение, прощение, оставление грехов рабов Божиих, все здесь предстоящих и молящихся. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Еще молимся Тебе, Господу Богу нашему, еже услышите глас умоления нашего и молитве помилуйте рабов Божиих, святейшего патриарха Кирилла митрополита Германа Ирия Сергия Валентина, Виталия, Ольги, Татьяны, Елены, Людмилы, Натальи, Алексея, Валентины, болящие Натальи, Александра, Дмитрия, Михаила, Алексея, Надежды, Ирина, Дмитрия, Виктора, Елена, Младенца, Надежды, Елена, Александра, Максима, Никиты, Ули, Анны, Утрах, Алексея, Галина, Мария, Нина, Александра, Аллы, святейшего патриарха Кирилла, митрополита Германа, епископа Елисея, Андрея, Александра, Дмитрия, Утрах, Александра, Любови, Оксана, Фатини, Отрока, Дарьи, Елены, Виктора, Галины, воинов Дмитрия и Илии, болящего Александра, Павла, Георгия, Екатерины, архимандрита Венедикта, с братьями монахини Венедикта, Василия, Нерины, Марии, послушника Виталия, Валентины, Александра, болящие и Евгения, Фатини, Олега, Елена, болящая, Ольги, Татьяны, отрока, овец, Елизавета, Галина, Алексея, Наталья, младенца Марии, Екатерина, Сергея, Владимира, болящая, Петра, Зоя, Романа, Наталья, Николая, Виктора, Валентина, Людмила, Валерия, отрока, Елизавета, Наталья, Алексея, Сергея, младенца Марии, Владимира, Зои, Петра, Анатолия, Мир, Истян, все здесь знаменные. Поминаем мы всех здесь предстоящих и молящихся, и уехал наш 7 лет живота их.
Еще молимся за всю братью и за вся православных христиан. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слушай, Боже, Спасителю наш, упование всех конца земли, сущих море далече. И милости, милости, будь владыка всех наших, помилуй. Милости Бога, человека любит Боги, и сей Тебе славу высылаем. Свою Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. И мудрость Пресвятая Богородица, спаси нас. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе! Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй! Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своей Матери, святых, славных и всех хвальных апостолов, святого святителя Спиридона, епископа Тримифунского, святого святителя Луки Крымского, святой блажен Матроны Московский, святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских, и все святые, помилуй и спаси от нас, яко благо и человеколюбец. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святая Богородица, воси нас! Во-первых, поздравляю вас с праздником собора архистратига Михаила и всех небесных сил. Как мы видим на сегодняшнее мероприятие, выставку, которая проходит уже 5 лет у нас в нашем городе Волгограде, Волгоградской епархии, собралось много людей, которые пришли помолиться, соприкоснуться с духовным, пообщаться на разные тематики, нравственные вопросы затронуть. И, конечно же, хочется сказать, что это мероприятие, которое собирает столько людей, уже полюбилось нашим горожанам многим. Мы преследуем такую цель, ставим такие задачи для себя, чтобы человек, пришедший на сие мероприятие, ощутил вот эту духовную обстановку,
получил духовную радость, но и поставил для себя определенные цели в жизни. Какие у нас цели жизни у православных христиан? Это прежде всего сделать направление, сделать шаг к Богу. Поэтому нам думается, что такие мероприятия позволяют человеку, малоуцерковленному, может сделать вот этот первый шаг, соприкоснувшись с духовностью, соприкоснувшись с православными людьми, которые объединены общей целью. И, конечно же, в дальнейшем может уже сделать шаг к церкви, шаг к таинствам и прочувствовать на себе всю полноту жизни православного христианина. Вот это мы считаем самым главным. Ну и стараемся помочь в этом, ставя для себя определенные цели в тем, чтобы тематика выставки всегда пополнялась разными участниками, программы разнообразные, которые есть на выставке, духовно-просветительские, читает лекции наш Сторицынский православный университет, затрагивая разные тематики. Все это позволяет людям окунуться в церковную жизнь, почувствовать, что она и живет всей полнотой своей, производит что-то, может поделиться с этим, с окружающими. И, конечно же, люди получают от этого духовную радость. Ну, кто воцерковленный, те для них это, конечно, уже становится событием, к которому они готовятся заранее, приходят сюда, откладывают свои домашние дела для того, чтобы здесь, как мы видим, может быть, даже постоять в очереди к святыням, которые представлены на нашей выставке, и в дальнейшем уже здесь для себя найти что-то, может быть, новое, а может быть и наоборот, встретиться с теми добрыми уже друзьями, которыми они познакомились на выставках прежних, и пообщаться с ними. Мы надеемся, что те встречи, они позволят людям уже в дальнейшем, может быть, совершить паломнические поездки в те места, которые приедут, уже внеся в жизнь что-то новое, то, чего не было раньше и к чему человек, ну, пока был, может быть, не готов, как у нас многие современные люди. А это первый шажок, первый толчок, который в дальнейшем уже позволит нам надеяться на то, что люди воцерковляются, люди становятся более духовными, ну и забывают суету житейскую, которой вокруг нас очень много, а проявляют уже интерес к духовному. Скажите, пожалуйста, об участниках выставки, о приглашенных других епархий что-нибудь можете сказать о них? Ну, традиционно очень много участников на выставке. К нам с радостью, слава Богу, едут участники. Мы стараемся, чтобы это были действительно интересные производители чего-либо, были интересные монастыри, как в духовно-просветительском, но и даже стараемся, чтобы и малые какие-то монастыри, которые находятся в отдалении, приехали сюда, пригласили их специально, чтобы они заявили о себе, так скажем, чтобы могли здесь показать свою деятельность, свою работу, свои труды и тем самым привлечь внимание к своим монастырям, может, которые находятся в отдалении. Поэтому у нас участники от самых маленьких, может быть, монастырей, находящихся в глубинке, до Троицы Сергию Лавы, подворья, которая уже традиционно приезжает у нас с Москвы для того, чтобы здесь принять участие в нашей выставке. Желание, наверное, будет одно, чтобы человек, приходя на выставку, уходил уже отсюда не с выставки, а с духовной радостью и с мероприятия, которое позволило ему ощутить себя настоящим православным христианином. Потому что приходят люди на выставку, может быть, что-то приобрести, но ощущают вот эту молитвенность, которая здесь присутствует, ощущают дух, особый дух, православный дух, когда собирается много людей. И, конечно же, чтобы для них это мероприятие позволило в дальнейшем открыть для себя что-то новое, то, чего не было ранее. Вот почивает мощи матушки Конкордии Римской мученицы. Это 258 год благогонения в Риме на православие. Ну, с Божьей милостью, Господней милостью к нам она пришла. Очень много чудес от нее, очень есть благоградие. Даже я свои чуда испытала на ее помощи. Я передвигаюсь палочкой при помощи и на автобус сильно-сильно опаздывала. Но попросила ее молиточку, и Господь дал милость, что я успела все-таки на этот автобус, или мне пришлось бы 3 километра идти пешком. Женщина в той ярмарке приходила сюда, очень тосковала и скорбила по своему усопшему мужу. Но по молитве Конкордии перена с глаз ушла, и она приходила, письменно написала батюшке нашему, игумену Христофору, что действительно она помогла ей в этой скорби. Просим нашего Богоградца прийти посетить храм князя Владимира, расположенный в Красном
гвардейская, 9 в Жилгородке. Храм работает каждый день. Служба проходит и молебенки, именно молебенки. Служба у ее мощи полностью рака находится в храме князя Владимира. Спасибо, Господи, вас. Спасибо. Нравится это мероприятие, которое вот проходит ежегодно, два раза в год, вернее. И здесь можно приложиться к святыням, здесь можно приобрести книги, можно приложиться к иконам, заказать молебны. Вообще это замечательно, конечно. Я очень рада, что такие вот мероприятия проходят у нас в городе. И дай Бог, вот, чтобы эта традиция сохранялась на будущее. Здесь можно приобрести лечебные травы, можно приобрести масла всевозможные, свечи. Все, что человек ищет, я думаю, он здесь может найти для себя. Дело в том, что здесь можно купить много очень литературы. Она доступна для любого уровня. И я думаю, что каждый человек, и начинающий, и тот человек уже, кто продвинулся немножечко в духовном плане, тут может найти для себя полезное все, что он пожелает. Вот. Так что я думаю, что все это будет. Какие-то пожелания для людей, для простых людей, которые сюда приходят, есть у вас? Надо приходить сюда постоянно, потому что здесь люди много узнают, общаясь с теми, кто представляет какие-то монастыри, общаясь с этими людьми, находит для себя что-то новое, открывает что-то новое, приобщается к православию, узнает что-то о православии. Продавцы, которые представляют эти монастыри, они много рассказывают, с удовольствием рассказывают о своих монастырях, приглашают посетить эти монастыри. И люди могут потом проехать по этим обителям, приложиться. Это нужное дело. Приезжайте в наш город всегда. И я думаю, что вы не пожалеете об этом. Всего вам доброго. Монастыря Панагия Фонарамени, это монастырь Явленной Пресвятой Богородицы. Ради в вашем городе первый раз. Город нравится, вот погулял, походил. Так, в данном случае цель выставки рассказать об иконе, о монастыре, представить его. Также только представительство есть этого монастыря в данном случае. И в данном случае мы рассказываем об иконе, о нашей Явленная Пресвятая Богородица, которая была найдена в 19 веке в местечке под названием Иксия. Там была больница больных проказой. Найдена она была на берегу моря одним из прокаженных. Принеся в общину, больные со временем исцелились. И в честь благодарного этого явления они построили монастырь, который существует и поныне на острове Родос в Греции. Туда могут заходить туристы. Там им дадут ночлег, покажут, расскажут об иконе. Вот. Вот мы представляем эту икону. Можете прийти, посмотреть на нее на выставке, приложиться, помолиться, поздравить родных, близких.
приезжаю, поэтому... Раз приезжаем на эту выставку, привозим с собой икону чудо, икону Всецарица, которая находится в нашем монастыре. Привозим все святыни от нее, привозим кожаные изделия, ремни, сумки, все с молитвой, кожа натуральная, долговечная. Стало больше приходить, да, потому что, видимо, хорошо работают организаторы, то есть все-таки поначалу было в небольшой такой палатке, и было очень тесно людям ходить, были узкие проходы, а сейчас им довольно-таки просторно, и приезжает много участников, и народу приходит очень много, и они вкладывают буквально в каждый почтовый ящик приглашение, чтобы люди приходили. Это чувствуется. Село Тарасково находится в Екатеринбургской метрополии, недалеко от города Новоуральска. Монастырю немного, всего только 11 лет, он создан на базе прихода, которая как бы стала восстанавливать поначалу иеромонах Алексей Малетин. Иеромонах Алексей Малетин. В 2003 году по благословению Синода Православной Церкви был образован монастырь. Стали собираться монашествующие люди и организовали монастырь. Икона чудотворная стала известна очень многим. Был построен храм Всецарицы, в нем источник Всецарицы, он стал известным, чудотворным, стали съезжаться люди. Мы привозим с собой водичку, привозим масло, чудотворные иконы и сам образ. Довольно-таки известный монастырь по нашему Уралу. И не только по Уралу, нас знают в Москве, в Питере, Красноярске, в Волгограде хорошо знают. И приходят к нам уже многие, приходят уже 9-й раз, как мы приезжаем. Да, я приезжаю каждый год. Да. Тоже есть? Обитель у нас древняя, 14 века. Это ученик преподобного Сергия Радонежского Яков Железноборонский. Это знаменитый монастырь, первый государев монастырь. Видя благочестивую жизнь преподобного Якова, который 20 лет один жил, княгиня Софья недалеко жила и князь Михаил, попросили помолиться, сокрушались о наследнике. И у них родился благополучный сын Василий Княжич, откуда пошла вся царская семья. Вот это Костромская земля знаменита вот, государевым монастырем. Наш один из первых государевых монастырей. Потом преподобный очень молится, много людей исцелялось. С 14 века к нам едут, исцеляться недужные.
от всяких заболеваний. Потом ему молятся о душевном покое, самые счастливые люди, которые обретают, в его мощах находят исцеление. И также ему молятся, очень сильно помогает от лени. Вот я сам свидетельствую Волгоградскую область. Я по благословению нашего игумена вот, монастыря и владыки Ферапонта нашего Костромского и Галического прибыл сюда. Монах прибывает с одной целью – искать Бога. Здесь его очень много. Патриотическая земля. Очень проник, вот ходил на Мамаев курган здесь. Патриотично, вот видно, как наши отцы положили жизни, чтобы мы жили счастливо с Богом, сеяли вечное, надежное. Вот, и также еще прибыли сюда с миссионерской целью. Почему? Потому что мы проповедуем вот, значит, жизнь христианскую, значит, труд, молитва. Вот, у нас свои рукоделия в монастырях есть тоже. Вот, представляем тут. Также многие люди, которые не готовы прийти в храм, задают тут вопросы. Насколько я, неразумный монах, пытаюсь ответить на них с помощью Божией. Вот. И очень рад этой земле, что вот ее посещаю уже неоднократно, как-то проникся таким духом вот, патриотизма здесь вот, он витает. И также сегодня большой праздник Архангела Божия Михаила и всех небесных сил, с чем всех поздравляю, чтобы всех было в делах ладно, а в душе отрадно. Спасибо. У нас есть такое рукоделие наше монастырское. Первое, это у меня монастырская мастерская иконописная, сам иконописец. Вот. Потом у нас вот есть своя маловаренка, которая работает. У нас, значит, изготовляются мази лечебные, бальзамы, потом мыльцы, вот, шампуни, крема, все вот лечебные. Потом у нас также мы собираем травы, чаи все по древним рецептам вот, монастырским, которые вот людям представляем здесь тоже. Вот такое наше направление. Храм рождения Христа, предел святителя Николая Чудотворца. Сам храм у нас был построен в 1639 году. Это древний храм. Он находится на намоленной Владимирской земле. У нас в городе Вязники 50 тысяч населения, и на 50 тысяч всего 8 храмов и монастырей. Это древняя намоленная земля, как я вам сказала. Все службы батюшка проводит в пределе святителя Николая Чудотворца. И в настоящий момент у нас есть частица мощей муромских святых Петра и Феврония. Поэтому все средства, что мы собираем на этой выставке, идут на строительство левого предела муромских святых Петра и Феврония. У нас Визняковская Муромская епархия. К нам можно приехать в гости. У нас есть домик для паломников, где можно остановиться и переночевать. Приезжайте, пожалуйста, к нам. Заказывайте у нас требы. Батюшка будет молиться. Конечно, мы уже 3 года восстанавливаем наш храм. Он был разрушен. Он же, я вам говорила, что он был построен в 1639 году. У нас в том году мы к вам приезжали. Мы вообще приезжаем к вам уже 3-й год подряд. В том году мы собирали денежки на колокольню. Колокольня у нас уже восстановилась. А теперь, когда у нас появилась Муромская епархия, нас причислили к Муромской епархии, и появилась у нас частица мощей муромских святых Петра и Февронии, мы восстанавливаем этот предел. И поэтому мы ездим, приглашаем всех в гости. Люди к нам приезжают, очень любят к нам приезжать из Краснодара, из Санкт-Петербурга. Им нравится наша намоленная земля. Знаете, мое сердце очень радует люди, которые приходят. Вот именно я люблю ездить в ваш город. Очень много маленьких детей, которые уже умеют прикладываться к иконочкам, знают святых. И очень много молодежи, очень много мужчин, которые ведут за собой. Мы же привыкли, что всегда женщины идут первыми, и все стоят за женскими как бы спинами. А здесь много мужчин, и очень приятно работать в вашем городе, рассказывать людям. Они любят слушать и понимают, задают вопросы. А для нас это самое главное. Мы же приехали с миссией, чтобы рассказать о православии, рассказать о нашем храме, посмотреть, какие другие храмы есть, послушать вас. Если есть какие-то вопросы, то пускай люди приходят, мы им все расскажем, поможем им. Сегодня такой зал у нас теплый, активный, прям браво. Спаси Господи. До сих пор не было такого в предыдущие дни. Вот, и последняя песня в нашей программе сегодня тоже пасхальная. По этой песне называется и диск «Пасха. Песня небес». Колокол вызванивает тропарь. Христос воскрес из мертвых. Послушайте.
войдите все в радость Господа своего, богатые и убогие, друг с другом ликуйте, постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь ныне. Смерть, где твоя жало? Ад, где твоя победа? Воскрес Христос, и ты не свергся. Воскрес Христос, и пали демоны. Воскрес Христос, и радуются ангелы. Воскрес Христос, и жизнь жительствует. И Ему слава и держава во веки веков. Аминь. Православные песни, да, это всегда проповедь, это всегда слово о Христе, слово о вере, вот, и для того они и устраиваются, чтобы людям, в общем-то, в массы, особенно людям, которые не ходят еще в храм, люди, которые еще не, как бы, не созрели, не готовы, да, прийти и, скажем, стоять на богослужении, или читать Слово Божие, или слушать проповедь священника, да, а обычная вот такая песня, но на духовные темы, да, это как раз вот та форма, которая доступна восприятию любого человека, да, даже мирского и церковного. Вот, и как раз вот с помощью песни мы стараемся доносить нашу веру, разъяснять нашу веру. То есть вот это такая форма проповеди, мы так относимся к этой деятельности. Пожелание, конечно, любой душе человеческой спасения. Поэтому, чтобы эта душа юная, которая только что прикоснулась к вере, да, чтобы она откликнулась на этот призыв Божий всем сердцем, чтобы она укреплялась в вере и уже твердо встала на путь спасения. Вот такие пожелания. Я бы хотела пожелания, наверное, дать. Такие, что если вера слаба у человека,
что самое главное, надо понять, что мы сами не можем иметь веру сами по себе. Ее дает Бог. Другой вопрос, хочет ли человек эту веру. Если хочет, но она мала, то надо просить. Просить у Бога, чтобы он веру укрепил. И Господь, видя сердце человека, всегда даст. Вот. А есть люди, которые боятся ответственности, боятся идти в храм, потому что за этим они будут должны делать что-то. Менять многих, свою жизнь. Да, многих это пугает, но они не представляют, насколько великолепный и большой и неведомый духовный мир за этим открывается. Вот как преподобный Серафим Саровский сказал, что если бы человек знал, как прекрасен путь веры, он согласился бы на самые тяжелые какие-то испытания в этой жизни. Даже не спрашивая, какие, он бы сразу согласился. Но, к сожалению, а может и к счастью, Господь как-то закрывает нам глаза, не дает нам это видеть. То есть мы должны принять его не за что-то, а просто потому что, как он сказал, блаженны невидящие, но верующие. Своему апостолу Фане сказал. Вот всем желаем, тем, кто пришел или кто не пришел, кто еще думает. Вот притча о двух близнецах, которую мы сегодня пели на концерте, песня Светланы Копыловой, песня притча, она раскрывает смысл этих отношений к человеку и к людям. Спасение, прощение, остарение греху рабу Божию, митрополиты Гермнер, Женинский, монахини Пелагей, рабу Божию Максим, Ирина, Павла, Екатерина, Екатерины, Сергия, Георгия, Михаила, Сергия, Богдана, Максима, Петра, Людмила, Ирина, Наталья, Анастасия, Луны, Матфея, Николая, Болящего, Игоря, Ксения, Болящего, Люсина, Виталия, Ирина, Евгения, Владимир, Кирилл, Мария, Андрея, Владимира, Фиона, Елена, Виталия, Тёна, Ирина, Дмитрия, Георгия, Мария, Давида, Ангелины, Татьяна, Елена, Александра, Ангелина, Светлана, Сергия, Елена, Людмила, Вера, Олег, Андрей, Екатерина, Виталия, Георгия, Олега, Ольга, Галина, Ксения, Дмитрия, Дина, Александра, Сергия, Анастасия, Антонина, Елена, Марина, Максима, Елена, Екатерина, Антона, Наталья, Геннадия, Анна, Патина, Дмитрия, София, Анна, Людмила, Константин, Василия, Мария, Ольга, Юрия, Татьяна, Сергея, Аполлинария, Кирилла, Владимира, Виктора, Андрея, Непраздна, Елена, Ольга, Романа, Владислава, Владис, Александра, Романа, Виктора, Анатолия, Орлова, Виктория, Зинаидея, Владислава, Мария, Патина, Анна, Зоя, Ольга, Надежда, Наталья, Виталия, Владимира, Алексина, Александра, Мария, Ангелина, Виталия, Мария, Ольга, Павла, Александра, Ольга, Михаила, Ивана, Антона, Максима, Никита, Артемия, Наталья, Григорий, Лукин, Станислав, Татьяна, Елены, Алексея, Тамары, Рамиры, Елены, Якова, Зои, болящие младшие Анны, болящие младшие Иоанны, съездины непредстоящие, помолящиеся, и уезжу множество лета живота, и... Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ищем, молимся, за все братья, за все православные христианы. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Услышан Божий Спаситель наше упование всех концев земли, сущих море далече, милости в милости будем, Владыка, о грехах наших помилованных, милости будет человек, или без Бога есть, и Тебе слово ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Ко Пресвятой Владычице Богородице, и пред Ее образом экономиса, с умилением сердец, помолимся. Пресвятая Богородице, спаси нас.
предстательство страшное и непостыдное, не прежде благая молитва нашей Сепитой Богородицы, милостью верных домостроительницы, утверди православное жительство, спаси страну нашу, российскую, всех православно живущих в ней защити. За ней родилась и Бога, единоблагословенная. Во святому великому Иоанну Предтече, Крестителю Господню, с умилением сердец помолимся. Крестителю Христов, честные Предтече, крайний пророче, первый мученичи, постников и пустынников наставничи, чистоты учителю ближних дружа Христов, вся молитва тебе прибегай, не отринь от меня и от моего заступления подашь, не остави меня падшего к моими грехи, обнови душу мое покаянием, я ко вторым крещением. Очисти меня грехи оскверненных и понуди в нити. Ты, уже ничтоже скверно, входит в Царствие Небесное. Аминь. Во святому великомученику целителя Пантелеймону с умилением сердец помолимся. Святый великомученичий целитель Пантелеймоне, моли Бога о нас. О великий угодничий Христос, страдотерпчий, врачи многомилостивый Пантелеймоне, умилосердися надо мною грешным рабом, услыша стенание вопли, умилостью небесного верховного врача, душа телес нашего Христа Бога нашего, да даруй нам исцеление от гнетущего недуга, прими недостойное моление грешной паче всех человек, посети благодатным посещением, не удушайся греховных язв моим, богомажи елеем милости Твоей, исцели меня, на здрав своей душе и телом остогни моим, благодатью Божию, возмогу привести в покаяние и угождение Богу из подобности восприятия благих конец жизни. Ей угодничим Божию, моли Христа Бога, да предстательство Своим дарует нам здравие телу и спасение душ наших. Аминь. Премудрость Пресвятая Богородица, спаси нас. Честнейшую, херувимую, славнейшую, без сравнения, святотимы, застрением Богослова, росшую, тущую Богородицу, тебя величая. Слава тебе, Христе Богу, полони нашу славу тебе. Слава Твою, Сыну и Святому Духу, и ныне, и присни, во веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава, слави. Христос, истинный Бог, наш молитвами причистая, Своей Матери, Святой Славу, Христифальных апостол, Представитель Своей, Святаго Пророка, Претичия, Крестителя Господня Иоанна, Святаго Целителя, великомученика Пантелеймона Твоя, мощи святые везде пребывает, Святаго Христотика Божьего Михаила и прочих бесплотных сил, коих память ныне совершает. Святых и праведных Богу, Отец и Аким и Анны, все святых Твоя помилует и спасет нас, и благо человека любит. Аминь, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Ну и, конечно же, нам забывать нужно о том, что, хотя просить о чем-то, нужно забывать благодарить. Но благодарность должна быть во всей нашей жизни. Не только просто прийти поблагодарить за то, что получили мы, но стараться изменять всю свою жизнь. Самим образом жизни благодарить Бога за то, что Господь дарует нам наше просимое. Потому что когда мы получаем просимое, мы еще больше должны утверждаться в вере. Когда мы с вами просим о чем-то, мы уповаем на милость Божию. Но Господь стремится к тому, чтобы мы с вами спасли свою душу. И, конечно же, о любви к нам даст нам просимое. Но когда мы иногда получаем просимое, мы можем отойти от Господа, сбиваемые бурями житейскими, которые отвлекают нас, и от молитвы отвлекают от хождения в храм. Поэтому сам образ жизни наш должен приближаться к образу жизни христианства. С утренней и вечерней молитвы, с посещением храма Божьего, с обязательным участием в таинствах, исповеди и очищения. Вот тогда, когда мы будем совершать все то, что необходимо, какому же канону нужно, тогда мы не будем забывать Бога. И не надо ждать будет тогда, когда гром грянет, Господь будет даровать нам все по милости Своей и по нашему отношению к Нему. Поэтому
надо личное отношение с Богом строить свою жизнь. Не такая, как она только что-то нужно, а стараться сделать постоянно. Ангелы Светохранителя, спаси всех Господи, приближаются выходные дни, присылайте посещать свои храмы. Если вы еще не были, не стали прихожанами какого-то ближайшего храма, то пусть это мероприятие напомнит вам о том, что все сделаны переделки, которые у нас есть, а вот духовные дела, они не могут подождать, а должны в нашей жизни занимать важное место. Вот насколько оно будет первое место или последнее место, зависит от нас. Но оно, они, эти духовные дела, должны занимать важное место в нашей жизни. Если мы будем об этом помнить, у нас появится время в храм сходить, у нас появится время для того, чтобы утром вечером помолиться, у нас появится время для того, чтобы посетить выставку, у нас появится время на добрые дела. И когда мы увидим, что от этого не страдают наши другие дела, наши труды, чтобы трудиться на работе также, и отдыхать можно, когда позволительно, да? Встретиться с знакомыми, с родными, с близкими, все это тоже нужно. Но когда человек не видит за всем этим веры своей, то у него не хватает времени и ни на друзей, ни на родных, ни на близких. Даже родителей позвонить иногда времени не хватает. Потому что тратить он это время по своему усмотрению, а не по милости и благости Божьей, которая нам дает в основное время. Поэтому мы учимся управлять временем для того, чтобы это время вело нас в жизни вечной, в жизни будущей, в Богу, в Царстве Его. Спасибо от Господа, я думаю, всем хранение. Благодарю Господа всех просивших получить по милости и вере вашей, по милости Божьей вере вашей, ну и благодарю всех Господа даже в здравии, всем здоровым и болеть, а больным скорее вызвали, даже в хранении. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. 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 Аминь. Спасибо. Ну, Бог хватит. Аминь. Мы привезли литературу монастыря, иконы, святыни. Привезли икону святителя Тихона Задонского с частичкой мощей. Задонский монастырь основан в 1610 году, ему более 400 лет, основан схимонахами Кириллом и Герасимом, прославился такими подвижниками, как Тихон Задонский, в первую очередь, Георгий Затворник. Ну, с именем святителя Тихона связана вся история монастыря. Прожив там 16 лет, он прославился даром чудотворений. Считается очень сильным помощником в случае душевных болезней. Люди, страдающие душевными недугами, такими как уныние, беснование и прочие беды, часто к ним обращаются и получают помощь. Человек приехал с черными ногами в монастырь и исцелился на источнике святителя Тихона. В 90-е годы, когда было засилие экстрасенсов и сектантов в России, многие люди заразились беснованием, были одержимы этим недугом. И множество людей было исцелено в 90-е годы. И сейчас, по сей день, верующие получают от него помощь. Ну, спешите в храмы Божии. Спешите к вашим священникам. Исправьте свою жизнь. Веруйте в Бога, участвуйте в святых таинствах. Здесь очень хорошая атмосфера, здесь тепло. Вот батюшки епархии молодцы, вот служат молебны постоянно. Вот, очень молитвенная обстановка, вот и так тепло на душе здесь. Ну и пожелать всем жителям города Волгограда благодати Божией, благодати Духа Святаго и душевного спасения. Молдавский монастырь Вознесения Господня. Это мужской монастырь, который находится в горах Кодры.
за что-нибудь? Но основная наша цель, конечно, помочь монастырю восстановить храм святителя Спиридона Тримифунского. Ведь храмов-то его почти не осталось. Если и есть где-то храмы, начинают появляться, это новострои. А в монастыре сохранился уникальный храм, точнее то, что от него осталось. Храм святителя Спиридона, который еще был построен в 1839 году. Там в то время там был настоятель Спиридон Филиппович, он был сербом по национальности, и из монастыря Ветхого, там была такая маленькая церквушка покосившаяся, он за 19 лет своего правления создал, можно сказать, создал заново монастырь, который был красивейший, один из красивейших и богатейших в Бессарабии на тот момент. И доктор изящных искусств Надежин, московский, это профессор был, он путешествовал по Бессарабии еще в начале 19 века, и он приехал, когда в этот монастырь, он был поражен, потому что в тот момент монастыри в Бессарабии являлись собой жалкое зрелище. А сам Спиридон Филиппович, архимандрит Спиридон, он был и архитектором по образованию, и он сумел выстроить, так как там такое удивительное месторасположение в горах, он сделал так, что в горах было около 7 подвесных озер таких вот, и вода по очень сложной гидротехнической системе спускалась вниз и питала цветники, плодовые сады. Там весь монастырь утопал в цветах. Это, конечно, не могло не поражать, вот, особенно в то время, учитывая, что тогда возможности-то были не те. И он в честь своего небесного покровителя и построил храм святителя Спиридона. Но, к сожалению, до наших дней храм не дожил. И не дожил, потому что за стенами монастыря в 1975 году был построен санаторий. Бывший санаторий Советская Молдавия. И храм Спиридона был переделан под... Там был баня, спортзал, тир. И в 90-х годах этот храм сгорел. Господь просто не попустил, наверное, таких издевательств над святым местом. И через год отдали монастырь православным, стали служить за службу. Но у батюшки храм сейчас, так как перекрытия были деревянные, очень сильно пострадал. Поэтому вот... За 18 лет, к сожалению, не было денег даже крышу перекрыть, и храм очень сильно разрушился. Сейчас уцелело только алтарные части и пару фресок. Вот. Поэтому для нас самая главная задача сейчас найти какие-то средства, чтобы начать восстановительные работы. Наверное, для каждого я вот от себя могу пожелать и одновременно пожелать и помолиться Господу, чтобы... Наверное, каждый из нас в какой-то момент жизни встретил Господа. Не просто узнал о Нем, не просто знал, не просто как-то... Очень часто мы святыми подменяем самого Господа и забываем, что за всеми чудесами, за всеми теми милостями и благами стоит только Господь. И мне бы очень хотелось, чтобы все-таки здесь было не больше бабушек. Бабушки замечательно, что приходят, но молодых людей, чтобы они еще понимали, зачем они сюда приходят. И чтобы просили не только о благах временных, а просили, как в Евангелии написано, «Ищите прежде Царствия Небесного». Вот, а все остальное будет. Вот, так что вот я вроде бы как и стою с таким замечательным святым Спиридоном, но все в основном, к сожалению, приходят просить у него денег, ну и там устроить какие-то жилищные их, решить жилищные проблемы, но не очень, я пытаюсь им объяснить, что нельзя святых загонять в такие узкие рамки, ведь это великие угодники Божии, а святитель Спиридон тем более, и чтобы они к ним относились как к живым. Как Серафим Саровский говорил, говорите со мной как с живым, я всегда для вас жив буду. Я думаю, что это можно отнести к любому святому. Чтобы мы понимали, что за этим стояли живые люди. И мы к ним должны просто так же от всей души обращаться, как к самым родным и близким. Тем, кто за нас просит и молит Господа о нашем благополучии, о нашем душевном и духовном. Поэтому, вот, наверное, вот... Ну вот так вот мне бы хотелось, чтобы все-таки мы как-то более глубоко понимали, и что наша вера – это не просто
чтобы она не была такой обрядовой и такой внешней, а чтобы мы как-то по милости Божией постигали вот ту глубину и вот эту вот истину, которая просто, ну, она безгранична, невозможно это до конца все-таки постичь, но чтобы мы стремились хотя бы к этому. Одна женщина приходила на выставке, мы были в Санкт-Петербурге, и она рассказала такую, ну, мне кажется, жизнеутверждающую историю, касающуюся помощи святого Спиридона. Ее подруга 5 лет просила святителя, чтобы он помог решить ее вопрос с жильем. Ну, так как у нас батюшка по узкой специализации является мэром городов российских, она просила 5 лет. 5 лет читала ему акафист. И вот как будто бы Господь не слышал ее, но ей так казалось. Святой Спиридон как бы ей не помогал, но она имела такое усердие. И вот представьте, 5 лет читать ему акафист. И однажды она уже, конечно, силы уже заканчивались, наши человеческие немощи, конечно, брали свое. И вот она однажды отстояла на молебне с акафистом, там, в часовне Спиридона Тримифунского. И уже когда вышла, она просто от отчаяния, она уже закричала в небо: «Ну, батюшка Спиридон, ну сколько можно?» И в этот же месяц ей пришли документы о получении квартиры. И что было удивительно, что эта квартира, знаете, где была? Рядышком с часовней святителя Спиридона. Вот. То есть он просто ждал, пока, наверное, для такой усердной... за такое усердие он вознаградил ее тем, что рядом с собой и поселил. Так что иногда нам нужно подождать, не ждать, что святые должны нам вообще что-то, в принципе, что они, нам нужно понимать, что Господь, если нам что-то не дает, то только для нашего блага. Thank you.